Вечора, шановні друзі, сьогодні ми хотіли теж презентувати вам наш кінопроєкт «Попити Бога за города». Ось продюсер цього кінопроєкту Ананда Васильівна Разіна, засновниця міжнародної кінокомпанії «Ананда Фільмс» у місті Краків, Польща. Я є сценаристом даного кінопроєкту. Власне, ми наразі ще чекаємо Наталію Камишанську, яка розповість більш детально про роботу із дітьми з наркотичною залежністю і про якраз соціальний вимір цієї проблеми. Ми ж більше опишемо саме наш проєкт, тих акторів, режисера, ну і, звичайно ж, ті смисли, які ми хотіли передати у цьому кінопроєкті. І я тоді вже розпочну, так потім Ананда Разіна розповість більш детально саме про кінопроєкт, та про можливості співпраці, про подальші кроки реалізації цього кінопроєкту. Ну, власне, щодо самої історії, так, «Попити Бога за бороду», то варто зазначити, що основна проблема, якій присвячені цей кінопроєкт, це проблема наркоманії. Змальовується історія молодої людини з наркотичною залежністю, яка зростає у благополучній сім'ї, цікавиться спортом, змальовується дитинство цього молодого чоловіка. Але у зв'язку з хворобою батька, у зв'язку з впливом друзів, з не дуже такого, я б сказав, позитивного оточення, ця людина стає на шлях наркоманії і поступово досягає самого дна, коли від нього вже вибивають гроші ті розповсюджувачі наркотиків, так, коли його виганяє з дому рідна мати. І саме на цьому етапі виходить зустрічі цієї молодої людини з наставником, з учителем або навіть з Богом. Це образ такого старця, який вселяє надію в цю людину, допомагає їй духовно зрости. І якраз у ході розмов з цією людиною, так, духовно збагачуючись, головний герой починає поступово повертатися до нормального життя. Він повертається до стосунків з дівчиною, він знову починає цікавитися спортом і, більше того, перемагає на ринці. І поступово ми бачимо, як історія цього молодого чоловіка змінюється на краще. І знову ж таки, і Наталія Камишанська сьогодні, будемо сподіватися, це зазначить, це ж підтверджують і багато опитаних людей з наркотичною залежністю, які пройшли через це, і дійсно певне місце духовності і от таким смислом достатньо глибоким має місце у цій проблемі. Про це небагато говорять, і це, можливо, складно показати, і було показано за весь цей час у кінематографі, так? Часто історії наркоманії зводилися до яскравої картинки, до, можливо, якихось батальних сцен. Ось саме глибокий образ головного героя, так, конфлікт всередині нього і саме духовне його перевтілення, цього, на жаль, ми не бачимо. І ось це наша спроба якраз донести це у кінематографі. І ця історія якраз і покликана передати і певні такі ціннісні, так, моменти, пов'язані з прийняттям людини взагалі, так, що не тільки матеріальне в ній існує, а ще й духовне, яке може розкриватися в різних життєвих ситуаціях, в тому числі під час зустрічі з таким наставником. І ось наразі я хотів би передати слово Ананді Разіної, яка розповість більше про кінопроєкт, саме про те, що можливість співпраці і подальші кроки реалізації. Спасибо.
Я розумію українську мову, я сама українка за походженням, але якщо шановна публіка дозволить, то я хочу розмовляти російською. Можна? Я хочу, щоб цей вечір був в відкритій атмосфері, тобто не напряжений. Чому я іменно з вами, з Харкова? Тому що я пройшла дуже тяжкий путь, я говорю одразу, від просто людина до того, як відкрити кінокомпанію, до того, як реалізувати якісь проєкти. Поэтому мне очень близко эта боль. Вот. И молодой сценарист, который искал возможности для реализации своего проекта на социальную тему, социальная тема. И это не коммерческое кино, это кино, в котором затрагиваются моменты нашей души, нашего общества, понимания, как нам жить, потому что наркомания – это очень актуальная тема во всем мире. И я понимаю, что всех желают иметь доходы, деньги, все. Но кто-то же должен все-таки этот проект показывать и снимать. Поэтому Виталий – это мой и ваш, как бы, житель Украины, который обратился к всем, наверное, украинским продюсерам, очень многому количеству этих продюсеров, продюсерские центры, и мы везде отказали, потому что проект социальный, социальная драма. И вот я решила его поддержать и дать возможности. И мне больше интересно сотрудничество с Украиной. Интересно находить творческих людей, у которых, возможно, есть прекрасные сценарии, которые хотели бы попасть в кино, и которые потеряли в некотором смысле даже надежду туда попасть, потому что это очень сложно. Поэтому я хочу поддержать Украину, потому что я понимаю, как это сложно. И я очень рада, что я нашла Виталия, и он меня... Потому что, видя на глубину души этого человека, видя на его сценарий, я решила снимать фильм по его сценарию. И хочу, чтобы каждый неравнодушный человек к проблеме наркомании, духовности поддерживал наш проект. Я не говорю за деньги, поддерживать можно по-разному. Можно поддерживать своим добрым отношением, можно поддерживать внимание, можно сотрудничать, можно любым способом. А кто может и подключаться из общественных организаций, религиозных организаций, прежде всего, к нам в поддержку. Что касается проекта, то Виталий уже сказал, что проект о молодом человеке, образ взяли молодого человека, который стал наркоманом. И вы знаете, наркомания, она настолько тяжелая проблема. Наркоманом, алкоголиком, каким-то человеком в зависимости может, в принципе, стать любой человек, который попал в беду, в какую-то депрессию, в какие-то жизненные тяжелые обстоятельства. И потом, по сценарию, он встречает духовного, мудрого наставника, который выражен в виде обычного человека, обычного деда, такого бомжа. Почему мы так выражаем наставника, наставничество в виде бомжа? Потому что люди привыкли видеть внешнее, но они не видят за этим суть. И поэтому мы хотим научить людей смотреть на душу, на суть. Вы не знаете, когда судите по обложке, что на, какое наполнение внутри. И вот он вначале его не воспринимает в фильме, он вначале отторгает, потому что он
Он приучен социумом смотреть на внешнее, но потом он его принимает как учителя этого человека. И он его наставляет, и этот молодой парень выходит из зависимости. То есть это очень такой смысл в фильме. Не смотреть на суть, не смотреть на внешнее, простите, смотреть на суть. Понимать, что за каждым внешним есть какая-то глубина, и в каждом человеке есть потенциал. И когда смотрят просто на молодого человека, которому 20 лет, все смотрят и думают, что, а кто за ним вообще? Но вот когда смотришь в суть, когда вы видите сценарий, когда вы видите порыв души, то вы просто не можете этот момент обойти. Поэтому я также открыта к сотрудничеству с творческими людьми Харькова. Мне очень нравится ваш город, ваши люди. Вот. И миссия нашей кинокомпании – это дать возможности каждому человеку заявить о себе в мире кино. И я открыла эту компанию с этой целью, потому что мне было очень сложно себя заявить в мире кино, когда я пыталась это делать в Украине, когда было несовершенное законодательство. Моей кинокомпании уже 5 лет, когда мне приходилось вот так, как ему сегодня, пробиваться. Поэтому у меня польская кинокомпания, но я помогаю Украине. Вот. И я хочу, если есть у кого-то вопросы, вы можете задавать. Я с удовольствием отвечу. Когда ты мне съемки, да, фильма? Съемки? Мы планируем где-то начать. То есть подготовительный у нас период. В данный момент у нас еще кастинг, вот, актеров. Мы еще выбираем, у нас будут польские актеры, режиссеры у нас белорусские. И мне все задают вопрос, почему белорусский, почему не польский, почему не знаменитый. Потому что духовный фильм снять может только человек, который прожил жизнь и который имеет опыт в этой жизни. Дело не в звезде, ну, Голливуда там, или кого-то. А дело в том, насколько режиссер может это передать зрителю, этот сценарий, насколько он может это снять. Поэтому мы выбрали белорусского режиссера. Вот. И ведем подготовительный период. Мы будем объявлять о кастингах, и вы можете участвовать в них, если хотите. То есть мы не смотрим, что будете вы каким-то знаменитым человеком или нет, потому что мы не знаем, кто вы. Мы не знаем, что вы можете себя представлять. Мы всех приглашаем. И дальше у нас будут съемки. К сожалению, в Беларуси сейчас не очень хорошая обстановка. И если не закончатся вот эти моменты, мы будем снимать в Польше. И какую-то часть может быть в Украине, даже в Харькове. Есть замечательные улицы, есть замечательные дома, которые можно использовать в фильме. Можете спрашивать. Анна Васильевна, я з вашого дозволу ще додам. Насправді до того, що режисер насправді, ну, нас не можна сказати, що не досвідчений. В принципі, Сергій Талибов достатньо досвідчений режисер, знімав, зокрема, і в Україні фільми, і серіали. Він знімав в Харкові? Так, ось, зокрема, і міліцейська академія, і у нас перший сезон цієї міліцейської академії якраз у нашому університеті, Харківський національний університет внутрішніх справ, ще знімали, де Зеленський, у нас поточний президент грав одну з головних ролей. Тому, власне, не можна сказати, що режисер є маловідомий. Достатньо досвідчений, і я можу це на власному досвіді підтвердити, тому що особисто працював з ним сценарій, і можу сказати, що ті уроки, його бачення і конфліктів у кожній сцені, його бачення, зокрема, структури сценарію, каже про те, що людина достатньо професійна і досвідчена. Я ще хочу сказати, що у нас в залі присутствує один талантливий чоловік,
озеров. Поднимите, чтобы вас видели. Да. Который будет работать на нашем проекте. Это второй харьковчанин. Вот, помогает режиссеру. Да, режиссер, он очень такой известный. Но у каждого режиссера есть своя особенность. Понимаете? На каждом проекте должен быть тот режиссер, который видит, как это передать зрителю. Потому что киноискусство – это величайшее искусство. Это очень-очень сложный, поэтапный труд. Вот. И мне очень повезло, что я нашла такого талантливого сценариста и режиссера. Но не исключено, что будут еще и польские режиссеры, потому что фильм будет на польском языке, рассчитан на Европу, на европейского зрителя. Вот. Но не исключено, что он будет и переведен на украинский язык, и для Украины, потому что это актуально везде. Вот. Можете задавать вопрос. А почему вы сказали, не может быть? Было бы хорошо сделать это для Украины? Что? Ну, перевод точно сделать, можно планировать перевод. Сомнения. Потому что если мы найдем партнера в Украине, тогда у нас будет совместное производство. Если мы их не найдем, то есть видите экономический кризис какой. Вот. В Польше немножко другое отношение ко всему. Тогда это польское производство. Но все равно мы можем потом показывать это в Украине, переводить на украинский язык. В Европе, вот, где другие, ну, как бы европейские ценности, где уважают права человека, у них очень много фондов, возможностей, креативной Европы, они поддерживают молодых, талантливых людей, то есть у них очень это развито. А в Украине, видите, мы только к этому идем, и очень больно, когда тільки йдемо. Многому нужно научиться. Ну, тут ще, скажімо, пару слів про те, що ну, багато зараз розглядається можливості. Так, Анна Васильівна каже про те, що є на теперішній час, що партнерів ще з України, зокрема, немає. Але якщо, знову ж таки, можливість копродукції, да, і відповідно змінює і підходи, так, і, зокрема, і до того, що фільм може бути повністю на українській мові зняти. І більше того, зняти в Україні. Тому що Ананда Васильівна є представником польського бізнесу. І, звичайно, що вона, перш за все, орієнтує і виходить з того, що наявне на теперішній стан. Але можливі різні підходи, так, зокрема, якщо в нас з'явиться партнер з України, то це... Звичайно, змінить. Так ширить ринок. Просто просмотр цього фільму і можливості, якщо в Україні будуть партнери. Ну, ми займаємося не тільки зйомками фільмів. У нас є кіношкола. Ми можемо теж как бы, предложити таке в Україні, тобто якесь представництво, європейська сертифікація. Когда карантин, обучение онлайн, преподаватели у нас из разных стран, я думаю, в Украине очень многие люди понимают английский язык, могут учиться у американцев, то есть режиссеры, например, преподают. Но на проекты нужно выезжать, то есть студенты, если он на режиссера учится, обязательно. И продюсера. Лучших мы оставляем работать у себя. То есть мы его трудоустраиваем. То есть это не просто так обучение, что вот обучаться и... Кроме того, дети, детские лагеря, кинолагеря. То есть обмен опытом, съемки детских фильмов. Вот. То есть если будут такие желающие к нам обратиться, мы им против сотрудничать. Лагеря на английском или на польском? Если это будут с Украины дети, да, то они могут просто от нас произвести представительство, это украинский язык, просто они могут ездить на совместные проекты. То есть детские фильмы можно снимать с поляками, с украинцами.
Вот. Но в Польше, в Европе очень поставлен этот вопрос, то есть там 20 вам лет или 15 вы можете о себе заявлять. Вас никто не будет осуждать за ваши ошибки. Просто работая 5 лет на рынке польском, я смотрю суть. Вот немножко, допустим, как-то сценарий сыроват, да? Ну, мы его доработали с режиссером, то есть переписали что-то, но мы никогда не отбрасываем талант. Вот. Мы, наоборот, способствуем его раскрытию. Да. То есть нас не интересует его экономическое положение, из какой он семьи, из какого он региона. То есть у нас другое отношение к людям. Вот. А, Василь, може ми зараз надамо слово Наталії Камашальській, яка теж до нас завітала як експерт якраз у роботі із молоддю, яка потрапила в цю складну ситуацію, і, зокрема, проведення різноманітних заходів, тренінгів. Якщо можна, теж мені трохи простіше буде, зручніше зараз про себе говорити російську мову, якщо ви не проти. Мене звуть Наталія, я сьогодні представляю харківський будинок фонд «Благо». Ми займаємося реалізацією проєктів серед уязвимих груп, одна із них – це як підлітки, так і дорослі, вже люди, які мають досвід употребления наркотичних средств, проєкти профілактики направлені на снижение рисков и снижение новых случаев после ВИЧ-инфекции, выявления среди маргинальной группы, в принципе, таких ситуаций, среди подростков на снижение и на профилактику общего употребления психоактивных веществ, это наркотики и алкоголь, и непосредственно уже на снижение распространения социальных заболеваний и последствий. Когда Виталий поделился идеей, немного в свое время он волонтерил у нас, и тоже помогал проведению различных мероприятий, направленных на профилактику наркотической зависимости среди молодежи. Вот, возможно, тоже какие-то моменты вдохновляли. Он рассказал немного о самом таком мотиве, порыве, да, и цели фильма. На самом деле для нас это очень-очень на сегодня есть не просто актуально, важно, но и очень близко, поскольку каждый человек, попавший в наркотическую зависимость, я работаю с ним уже несколько лет, я могу сказать, что изначально сталкивается с стигмой, с дискриминацией и с отторжением общества. И здесь как бы, мы уже стараемся добиваться нарушения, ну, добиваться возобновления, да, нарушения прав против таких групп людей, помогая там с улучшением доступа к медицинским услугам. Постоянно видим то, что действительно эта группа, собственно говоря, закрыта, и так или иначе постепенно нашим обществом закрывается. Хотя непосредственно проблема наркозависимости в нашей стране и в странах Европы достаточно очень-очень остра. И сегодня на сегодня, уже работая с этими людьми, я могу сказать, что это такие же люди, как и мы, хотя многие их не замечают и отторгают. И, наверное, гибель или беда одного человека – это целый случай, да, а, как говорил Сталин, когда-то, простите, да, может быть, там такое выражение, но гибель или проблема миллионов – это уже статистика. Так вот, на этом фильме можно явно просмотреть, что каждый человек важен, и каждого человека можно спасти, и каждому можно помочь, и полностью разрушить данное утверждение, и статистику превратить совершенно в иное русло. То есть, помогая одному, мы поможем, в принципе, всем. Каждый человек может быть недооценен, или не услышан, или отвержен. На примере данного молодого человека могу сказать, что люди, которые являются в данной проблеме, если будут поддержаны нами, услышаны обществом, получат вовремя помощь, возможно, поменяют, или с большей вероятностью даже поменяют и отношение к окружающим, если окружающие поменяют отношение к ним. Просто такой проект, на самом деле, не только в Европе, но и в Украине будет очень-очень важен. Каждая семья и каждый подросток, или, возможно, любое, возможно, общество, где есть ребята, которые столкнулись с данной проблемой, либо попали в зависимость, изначально уже будут восприняты не враждебно, а как люди, которые нуждаются в помощи. И учитывая, что фильм достаточно очень духовный,
каждый из нас, ну, я как верующий человек, могу сказать, что Бог помогает нам через людей. Если ребятам проблемы на будущее, да, кого-то вдохновить помочь такому человеку, каждый из нас может помочь, протянуть руку и повести в нужное русло подростка либо молодого человека, который попадет в наркотическую зависимость, тем самым помогая ему полностью изменить его судьбу. Таких примеров на самом деле очень много, и, как сказала Нанда уже, важно привлекать и религиозные организации. На сегодняшний день у нас в Украине и в Харькове очень много и центров реабилитации, которые основаны на христианских засадах, и, в принципе, которые уже имеют достаточно очень хороший, богатый опыт и хорошие результаты. Прошедших реабилитации ребят с помощью веры, с помощью людей, которые отказались от наркотической зависимости навсегда. Вот, возможно, их тоже можно будет подключить в этот проект как-то. Но опять же, это люди. И мы здесь обычные люди, там обычные люди. И если мы как бы сплотимся, если мы вдохновимся, если удастся выпустить фильм, выпустить массы в Украине, это будет одна из важнейших первых ступеней, которая через социальные проекты поможет нам формировать толерантность и помогать людям уходить от наркотической зависимости, как подростковому, так уже более в старшем возрасте. И, возможно, как-то поможет понять эту проблему. Возможно, чему-то нас научит. Я считаю, что это важный очень проект. Я очень благодарна Наталье за данный сценарий. Спасибо, что пригласили. Сегодня очень было приятно слышать. Вот. Я могу вам пожелать только удачи в реализации. Все получилось. Я думаю, вас ждет большой успех. Спасибо. Вам большое спасибо. Хочу немножко добавить. Вот человек сказал о привлечении тоже религиозных организаций, о вере в Бога, да? У каждого своя вера. Вот. Но это очень важно, потому что, наверное, вера и спасает от любого кризиса. И для нас также важен любой наркоман, как и другой человек, потому что как мы можем быть отдельны от проблем нашего общества. Вот в связи с этим мы и этим занимаемся, то есть не коммерческим кино, а именно вот социальным, и которое несет духовный смысл для нашего общества и развития. Мы люди, мы не должны отворачиваться от людей, других людей, которые попали в беду, в страшную беду, в эту наркоманию, в зависимости. Я очень хочу, чтобы все общественные организации, религиозные структуры объединились с нами и в этот проект. И даже я бы, наверное, кроме этого проекта, сняла бы документальное кино. Например, бы взяла три истории реальных людей, которые были наркоманами, которые вышли из этого. Вот. И которые сейчас живут нормальной жизнью. Это тоже было бы очень актуально и важно. Потому что нужно показать, что это такие же люди. Вот как я снимала и занималась проектом с детьми Даунами, то есть и это тоже такой проект духовный, где отвержение общества этих солнечных детей, где никто ничего не хочет понимать, а на самом деле это добрейшие люди, у которых нет даже такого, вот такой способности врать. Это такие доброта, свет, любовь. И я пыталась показать людям другую историю, другую картину жизни. Так и в этом проекте. Я тоже хочу показать, что наркоманы — это люди, прежде всего. И у них есть душа, и у них есть шанс на спасение. Поэтому религиозные организации должны просто желать поддержать, потому что это, наверное, такой какой-то духовный, высокий смысл. Это мое мнение. Спасибо. И також на Западе у нас присутні
представники школи наукового лідерства Харківського національного університету внутрішніх справ. Я, до речі, сам є представником цього університету, очолюю цю школу. Ну і також хотілося б надати їм слово, якраз щоб окреслити важливість подібних ініціатив для молоді і про ту і творчу роботу, яка у нас ведеться, так і про те, як молоде покоління сприймає подібні проекти. Поэтому прошу. Работа в творчестве – это очень важно, и его развитие, наверное, киноиндустрии для меня к ним очень близка, поэтому немного об этом попозже. Поэтому хочется рассказать вам о школе научного лидерства, участниками которой мы являемся. Эта школа базируется на первом факультете университета, Харьковского университета внутренних дел, там, где мы учимся. Вот. Да, первый факультет, мы будем исследователи, которые напрямую будут сотрудничать и работать с людьми, которые имеют наркозависимость, поэтому эта тема довольно-таки нам близка. И нам бы хотелось рассказать, просто следующий слайд, о направлениях, которые есть в нашей школе. Конечно же, самое главное, это, наверное, научное направление, потому что школа научного лидерства. Далее это социальная деятельность, социальные проекты, где мы можем реализовывать себя как волонтеры и в других разных аспектах, работая с людьми, самое главное, коммуницируя с ними. И, конечно же, творческая деятельность, потому что в каждом человеке должно, мне кажется, сочетаться не только научная деятельность, а также и творчество, и каждый должен быть развит настолько многогранно, чтобы вместить в себе все эти аспекты. Ну и хотелось бы рассказать теперь о каждом направлении понемногу. Главное приоритетное направление – это наука. У наших курсантов, которые есть участниками научной школы лидерства, есть очень уже огромное количество публикаций, научных тезисов, статей, которые мы написали собственноручно. Также у нас уже есть одна опубликованная книга, можно так сказать, методичка, да, сборник, который называется «Аспекты подготовки курсантов», где каждый рассказал о той части, которая ему максимально интересна. Я раскрывала творческие аспекты курсантов, творческую подготовку. Также Кристина, наверное, популярнее расскажет о своей части. Это международная организация, международное сотрудничество. Так, оскільки я навчаю і французьку мову, і англійську мову, і тому це такий аспект, який потрібен для сучасної людини, як і курсанта, як і студента. Це міжнародна співпраця, якось Віталій з Польщею співпрацює, так і ми з іноземцями, там, з Францією, з Польщею, з Угорщиною, там, з Литвою. Ось, тому це важливо. Вот, и поэтому в этом сборнике было собрано огромное количество разных трудов наших курсантов, которые есть учениками школы научного лидерства. Хотелось бы сказать, наверное, огромное спасибо Виталию за такую возможность, которую нам предоставили, потому что, будучи уже на первом курсе, у нас есть огромное количество возможностей реализовать себя не просто как ученики, как студенты, как курсанты, а именно как личность, которая имеет многогранность и которая может проявлять себя в разных моментах своей жизни, также вот в социальной работе, которая также присутствует у нас на нашем факультете. Вот. Это Центр социальных проектов. У нас уже было очень много разных инициатив, которые мы реализовали самостоятельно. Наши курсанты являются участниками отряда «Ангел», поискового отряда Харьковского, ну вообще, который работает, сотрудничает в Харьковской области, может, думаю, вы знаете о том, как это розысковой отряд, который занимается розыском людей, куда входят волонтеры. Наши курсанты уже выезжали на несколько выездов поиска людей. Сначала это были обучающие, где нас учили, как правильно делать проходку лесов и вообще проходку местности, как это все правильно делать, потому что это очень важно и все-таки сложный момент, наверное. А потом они уже сами смогли стать участником, чтобы не только как это нельзя выучить, это нужно только попробовать и
уже исходя из этого получать свой личный опыт. Также мы работали с приютами для животных, где мы помогали, давали такую волонтерскую помощь, не деньгами, потому что это мы как курсанты не имеем такой сильной возможности помогать в денежном формате, а мы делали это, помогали убирать за животными, гулять с ними, убирать. И поэтому это такой тоже очень интересный опыт работы с животными, потому что это, знаете, как и позитивные эмоции, и огромная помощь этому приюту, потому что он нуждается в таких людях, которые готовы прийти на помощь, потому что это очень важно. Также мы работаем с детьми. Мы недавно со всеми ездили в школу, санаторная школа номер 11, да, где мы поздравляли детей с Международным детским днем, Днем защиты детей, общались с ними, также привезли им подарки, сладости, им очень понравилось, они расспрашивали за полицию, мы им рассказывали за то, как зарождался этот праздник, рассказывали им про полицию, как в будущем мы будем работать и как сейчас работает полиция, им очень понравилось. Наверное, было очень интересно пообщаться с детьми и рассказать им о нашей профессии. Наверное, с такой новой стороны для них, потому что у всех уже есть какие-то стереотипы, и мы в этом убедились, общаясь с детьми, то, что они пятиклассники, а у них уже есть собственные стереотипы о работе полиции. И было приятно, наверное, видеть их горящие глаза после встречи с нами и слышать вопросы о том, как стать курсантом, а как это все, вот как. Было довольно-таки интересно, потому что общение с детьми, в принципе, дети — это такие создания, если можно сказать, которые всегда открыты к чему-то новому, к каким-то новым познаниям. И я была приятно удивлена, видя, какое, наверное, развитие у детей, какие они умные вещи говорят, потому что не всегда можно от взрослых услышать такие слова и такие даже умные вопросы, и насколько они видят этот мир, наверное, сквозь свое какое-то видение и восприятие. Поэтому было довольно-таки приятно, и мы очень рады, что у нас тоже была такая возможность поработать с детьми, поздравить их с Международным днем детей, вот, и рассказать им все, как вообще это устроено и у нас, и за сам праздник. Вот, также только про научную деятельность, дальше там про нашу социальную деятельность и про творческую деятельность. Наши курсанты принимают активное участие в разных творческих проектах, и одним из направлений было тоже снятие видеороликов, рисунки разные. И вот мы уже имеем, наверное, такой свой маленький, но опыт в формате видеосъемок. У нас уже было два видео, которые мы снимали. Первое видео про коррупцию. Вот, довольно-таки, наверное, актуальную тему в наше время, от которой никуда нельзя уйти, и мы снимали видео на эту тему. И также было видео, связанное с европейской программой Erasmus, где мы снимали видео про школьницу, которая, к сожалению, ее родителей не было возможности с детства дать ей того самого такого образования и, наверное, денежной поддержки, но она сама своими силами, так сказать, себя замотивировала, и у нее все получилось, и она уехала в Европу получать дальше там образование. И, наверное, в этом видео можно было, в таком короткометражном социальном ролике, можно было, так сказать, увидеть вот этот вот рост человека, который, зная, что у его родителей нет денежной возможности, он самостоятельно добился и достиг таких высот. Вот. Также видео про коррупцию, где было показано, наверное, вот как такая душа каждого человека, то, что нужно... Был показан коррупционер, и когда он столкнулся с тем, что его жена заболела, и уже не было возможности даже откупиться от этой болезни деньгами, он понимал, что деньги здесь просто безвластны. У него нет возможности, жена, к сожалению, просто от того, что у него много денег, не выздоравливала. И, наверное, в тот момент он начал делать добрые дела. Он начал помогать другим людям, ничего не требуя взамен. И тогда вот мы показали сквозь выздоровление жены то, что человек изменил свое мировоззрение и стал на тот путь, который привел его в дальнейшем к счастливой жизни. Он стал счастливым. Также, если хочется добавить о нашей творческой деятельности, то, что мы брали множество разных участий в разных конкурсах, также у нас были участия в стипендиальных программах, наши курсанты развиваются в разных направлениях, и это очень на самом деле классно, то, что у нас есть такая возможность с самого начала пребывания в нашем университете не просто учиться, учить ту программу, которая, возможно, такая вот, знаете, заезжена в некоторых моментах, а мы можем развиваться, развивать свой потенциал внутренний и заниматься тем, действительно, чем мы хотим, и нам в этом способствует, помогает нам раскрыть каждого человека, его таланты и вот так вот. Может, вам будет тоже интересно что-то у нас спросить?
Спасибо еще раз, Евгений. Я хочу вручить небольшой подарок. Вот, чтобы там... Вот, идемте. Да, я понимаю. Нет, это не совсем такой уж подарок, но тем не менее, на память. Это символ, понимаете? То есть мы хотим вручить ему футболку, потому что он активный, он спортсмен. И что самое уникальное, полицейский, который может быть творческим. То есть это раскрывает украинскую полицию с другой стороны. И мы видели выступление девушек, насколько в академии могут раскрыть человека. То есть в академии, университет, да. И, конечно, это приятно, это очень большой скачок, и мы хотим об этом говорить. И мы не стесняемся, вот я, например, не стесняюсь, что сотрудничаю с полицией, с полицейским, который сценарист, и девочки творческие выступали, сколько они делают полезного. И вот я хочу вручить Виталию, потому что он спортсмен, такой символ, знаете, Кракова, вот. Вот такую футболку в Краков. Будете бегать. Будете бегать. И это знак сотрудничества. Первого сотрудничества такого вот с Польшей. И мы в скором времени с Виталием едем в Польшу. И мы там будем делать конференции и на ТВ-передачи. И он будет представлять Украину. И он будет представлять свою академию. Потому что академия во многом помогла взрастить такого человека, который может такое писать. И представьте себе 20 лет человеку, который смог написать духовную вещь, то есть какую душу нужно иметь, вот, как нужно задумываться о жизни, о том, в каком он обществе живет. То есть, человек хочет его улучшить уже в 20 лет. Вот. А я просто ему хочу помочь это сделать. И мы должны поддерживать такую молодежь и открывать новые возможности для молодежи. Вот. Спасибо вам. Вот. Хотіли подякувати всім, хто прийшов на сьогоднішній вечір. Якщо якісь ще є питання до будь-якого з учасників, то, звичайно, можете задавати після закінчення зустрічі. Будемо тільки раді. І хочеться ще раз побажати всім нам і міцного здоров'я, і творчого натхнення у будь-якій професії. І, звичайно, щоб завжди ми і наші близькі були у гарному настрої, і ніколи ніхто з нашого оточення навіть не знав про такі соціальні проблеми, як наркоманія. Дякую.